Шереметьев-центр открывает свой выставочный сезон экспозицией работ молодых фотографов России, своеобразным подведением итогов масштабного проекта Министерства культуры и Союза фотохудожников. Фестивалю уже 12 лет. В этом году наша область впервые принимает в живописном плёсе профессионалов и любителей фотографии со всей страны. В Иванове сложнее с фотографией в этом плане всегда было. Немножко это был такой регион, оторванный от фотографической жизни страны. И вот такие мероприятия, такие фестивали, они очень важны как раз для нашего города, в первую очередь для молодежи, потому что они показывают пути, оказывают поддержку и так далее. Этот фотограф в будущем может стать сильным репортером, говорит Сафонов. Он по-настоящему впечатлен серией работ автора из Новосибирска. Главный герой – Кирилл, мальчик с феноменальными способностями к точным наукам, но абсолютно асоциальный. Человек в футляре живет в закрытом городе Заречный, где готовят будущих сотрудников спецслужб. Здесь много репортажных съемок. Молодых фотографов интересует злободневность и место человека в современном мире. Они не против поделиться со зрителем своей личной истории, как это делает, например, Дарья Назарова, автор работ про жизнь деревни Погорелка. Это мой дядя, вот, у него синдром Дауна, и это женщина, которая очень его любила, у них там целая история была связана об их встрече, у них на глазах наворачивались слезы, это такой был очень чувственный момент. Даша в числе трех ивановских финалистов конкурса. Фотосерии Олега Павлова и Марии Дюповкиной также высоко оценены членами международного жюри, а Мария – специальным призом губернатора. Солидное жюри. Отобрали 117 работ, в финал вышли. Из них из ивановских пробилось 3 человека с хорошими проектами. Не удалось потом попасть в десятку, вот, потому что действительно были очень сильные проекты. Те, кто попали в десятку, вы можете их посмотреть. Ну, я хочу сказать, что наши ребята, вот эти трое, не выглядели прямо совсем плохо. Олега Павлова многие называют профессионалом, а сам он фотографию способом заработка и возможностью самовыражения. Конкурс помогает понять, что ты не стоишь на месте. Это возможность поговорить с единомышленниками, посмотрев такие фестивали, ну просто победителей, и понять, что сейчас происходит вообще вокруг тебя, не вариться в собственном соку, ни в коем случае не ориентироваться на местных фотографов, в первую очередь коммерческих, потому что в последнее время молодой фотограф, в первую очередь, идет в коммерцию такого невысокого пошиба и начинает смотреть каких-нибудь областных мэтров коммерческих, что как бы не всегда хорошо, и фотография это очень далеко на самом деле, настоящая стоит. Хорошо, что вот у нас теперь эта выставка здесь есть, люди хотя бы в шок придут, такой, ну, по-хорошему, потому что очень многое, что они бы не сочли хорошими кадрами, может быть, выбросили, либо не сняли вовсе, вот здесь вот висит и получили призы, то есть, они посмотрели, вот этот человек получил за эти фотографии 74 тысячи, возможно, я что-то не понимаю, ну, это круто. В сентябре работы молодых фотохудожников будут экспонироваться и в других городах России. С местом проведения следующего фестиваля уже определились. Им снова станет Плёс на Волге. Нина Сардейска, Алексей Гарин, РТВ Иваново.